Богени Люев Шлиц, огромное спасибо за донат, мое неистовое почтение, и просто каюсь на коленях, просто прости, я тебя безбожно заскамил, ты закинул, все подписал правильно, что без очереди, а я что-то затупил. Смотрим. Зацени тут соло. Текст донатом еще. Ну, Полифия это, конечно, прог для хипстеров. Прикольный звук, какие-то прикольные приемы, но в целом все в сумме получается какая-то дресня, если честно, пока что. Ну и как и в основном у Полифи. Какая-то крабора. Порич прок, да. Да, но они уважаемых мужичков приглашают на соло, видимо, иногда. И спасают так свои треки. Опять же, проблема Полифии в том, что, как ни странно, насколько бы у них, типа, не было разнообразным, типа, там, музло, то есть ходы разные, все время приемы неожиданные и так далее, а по сути это все песни как одна. Мы, типа... Со Стивом Ваем разве не точно так же звучала песня? Вот этот Playing God, вот она там как раз вылезла в реках. Плюс-минус та же хрень была. Какие-то змеи. Зумер джент. Зумер. Зумер. Прог джаз джент, не знаю. Поридж. Кукош. Очередь большая? Да. Сейчас посчитаем. Блин, ну там... Короче, сейчас проще не посчитать, а проще просто указать тайминг. Сейчас сделаю. Вот так. Мы отстаем на час от очереди. Дефекционер, жесть, спасибо. О, тихо. Где донат-то офнуть? Вот пошла музыка наконец-то, а? Честно, я даже не знаю, кто такой Джейсон Ричардсон. Не знаю, что я не обратил внимания. Но она дрисная какая-то все равно. Хотя вообще да, там по сути по... Как будто два аккорда, если так по сути. Два или три. То есть, видишь, типа, по сути, там гармонически мало чего происходит. Нет темы. Да. Самая внятная тема — это такой вот унылый риф на басу, вот который я сейчас напел. Что-то такое там, да? Нот наиграли, песню сделать забыли. Да, да. Ну это вот ты описал все творчество проекта Полифия. Ну, Ричардсон, да, гитарист, конечно, хорош. Ничего и не скажешь.
все убойно, и тут просто это сразу понятно даже человеку, возможно, который в принципе музыкой там не занимается, но это, как бы, я не знаю, сравнить вот это в лоб с там Керри Кингом, не знаю, это же как бы все. Вопросы сразу пропадут.